Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня будет видео с распаковками от различных косметических брендов, которые мне прислали косметику на обзор. И я хотела бы с вами поделиться, что мне пришло, а также, что я купила самостоятельно. В общем, новая косметика, которую я практически еще не тестировала. Много из них еще будет в коробках, поэтому, если вам интересно смотреть такое видео распаковки, то не переключайтесь и продолжайте смотреть. Давайте начинать. Я начну вот с такой вот сумки, безумно красивой и очень летней. И это мне прислала марка Benefit. Мне было безумно приятно, потому что я обожаю вот такие летние вещи, какие-то предметы для пляжа. И если честно, в детстве, когда я ездила с родителями в отпуск, у нас всегда были различные сумки для пляжа. Но потом я перестала их покупать, потому что рюкзак это куда удобнее. Но когда мне пришла такая красотка, я подумала, что обязательно поеду с ней в следующий раз на море и буду ходить с ней на пляж. Ну и давайте посмотрим, что там внутри. Я в нее сложила всю новую косметику и буду потихоньку доставать. И начну также вот с такой вот маски, которую мне также прислала марка Benefit. Мне кажется, она очень крутая. Я буду летать теперь в ней в самолете. И все буду, когда проходить мимо, будут обязательно смотреть, потому что она очень красивая и по-настоящему девчачья. А на самом деле дома я с такой маской спать не могу. Мне некомфортно, если честно. Но вот в самолете обожаю, потому что по-другому я заснуть там не могу. Так, далее давайте достанем. И это будет также от марки Benefit. Они меня прям отправляют в отпуск. Это будет вот такой брелок на чемодан, на ваш багаж. Я на самом деле всегда смотрю на такие и думаю, что они мне обязательно нужны. И вот Benefit мне прислали, поэтому я обязательно в следующую уже свою поездку в Москву, например, которая у меня состоится очень скоро, надену. И когда я вижу свой чемодан, я увижу его впервые всех, потому что у меня будет вот такой красивый брелок. Здесь можно написать свое имя, адрес и номер телефона, если, не дай бог, ваш багаж потеряется. Это очень удобно, и он очень симпатичный. Так, дальше, это будет также новинка для меня от марки Benefit, это называется Gimme Brow, я так понимаю, что это цветной гель-филлер. Я уже пару раз его, честно сказать, протестировала его на себе, и я в полном восторге. На самом деле, многие продукты, которые будут перед вами сейчас открываться, я еще не тестировала, но вот этот филлер, я очень много о нем хороших отзывов слышала. У меня он в оттенке 3, он мне идеально подходит. И теперь, когда я, не дай бог, что-то забываю себе взять для бровей, дома у меня есть вот он, и я вообще не переживаю, что я буду без бровей, потому что он так натурально подчеркивает ваши брови, он так красиво ложится, он их не перегружает. Иногда, первый раз, когда я им пользовалась, мне вообще казалось, что продукта очень мало на кисточке. Обычно, когда пользуешься цветным гелем, например, тем же Art Visage или MAC, буквально более сильное нажатие, и у вас уже пятно. Здесь можно нажимать, нажимать, и никаких пятен не будет. Получается, в любом случае, очень естественный эффект. Объем у него, конечно, небольшой, но посмотрим, какой у него будет расход. А потом, как-нибудь в отдельном видео, где буду делать макияж, буду его использовать и покажу его в действии. Далее поговорим о марке NYX, потому что от них мне тоже пришла небольшая посылка. И она вся такая у них прям дискотечная практически. Мне пришла вот такая вот палетка хайлайтеров. У них новая коллекция, и здесь 3 оттенка. Кажутся они очень красивыми и очень блестящими. Обязательно сейчас посвотчим с вами их. Потому что оттенки прям как свет из космоса. Здесь идет вот такой вот светло-лиловый, желтоватый и более персиково-золотистый оттенок. На мой взгляд, самый ходовой будет и коммерческий, который можно использовать в ежедневном макияже. Хотя, если честно, для ежедневного макияжа это очень ярко. Я бы рекомендовала их использовать для вечернего, либо в качестве теней, наносить влажной кистью, чтобы получать красивый блик. Я бы использовала вот такой, потому что цветные хайлайтеры, если честно, я вообще не понимаю, куда их наносить, что с ними делать. Возможно, для какого-то сценического образа это будет хорошо, но в макияже я, если честно, такое использую крайне редко. Ну а так, качество вроде на первый взгляд понравилось, также будем тестировать дальше и потом уже скажу свои выводы. Далее будет гелевая подводка, также от марки NYX, она серебристая, оттенок называется Frost Giver, ну в общем, что-то ледяное. И, как видите, я еще ее не открывала, не тестировала, но также слышала на нее неплохие отзывы. Называется эта серия Holographic Hello. В общем, протестируем сейчас, как это выглядит. И он прям такой действительно ледяной, с оттенком фиолетового, голубого. В общем, если вы искали что-то космическое, что-то холодное, что-то серебристое, то вот теперь эту гелевую подводку, думаю, можно использовать без проблем как кремовые тени, как подложку. Давайте обязательно также протестируем в дальнейших видео и что-нибудь с ней сделаем. Ну а если вы пользовались вот такими подводками, скажите, пожалуйста, как они вам и удобно ли рисовать ими стрелки.
Далее, это глиттеры, и глиттеры у них очень необычные, действительно, такую текстуру я вижу в первый раз. Я также их пока не открывала, если честно, очень боюсь, потому что мне кажется, они прям очень сыпучие. Давайте так сейчас вместе посмотрим. Я сняла защитную пленочку, и обязательно давайте сделаем сводч, потому что очень уж интересно. И да, они, знаете, такие очень сухие. Их нужно обязательно делать на что-то липкое, то есть для них нужна какая-то база. База также есть у марки NYX под них, ну или также вы можете использовать любые кремовые тени, либо, например, ту же гелевую подводку, которую я вам только что показывала в качестве подложки. Необычная сухая текстура, не знаю, как это будет смотреться и лежать на веках, надо также будет тестировать, и потом уже скажу вам свое мнение. Далее, очень носибельная и нужная вещь, это вот такой контурирующий карандаш. Я его, честно признаться, еще не открывала, и он двухсторонний. С одной стороны, светло-молочный оттенок. Итак, абсолютно матовый цвет, которым вы действительно можете делать контурирование и высветлять, ставить легкие блики. Свечения в нем никакого нет, но отлично будет ложиться, хорошо растушевываться и правильный такой оттенок с немного желтинкой. И теперь посмотрим оттенок коричневого. Он очень мягкий, что плюс, потому что легко будет растушевываться, но по оттенку, мне кажется, он очень теплый. То есть, если вы хотите использовать его в качестве контура, он, наверное, не подойдет, он больше все-таки в качестве бронзера. Хотя, если вы смуглая, то будет хорошо. Оттенок называется Light Clair, но все-таки, если делать, например, легкую коррекцию, то можно делать ее теплым оттенком. Вот, например, на карандаше на другой стороне NYX предлагает с помощью этого карандаша сделать контур губ, а также контур носа, что, в принципе, наверное, логично, потому что в качестве скулового корректора этот карандаш не очень удобно использовать, он достаточно маленький, все-таки, наверное, он предназначен именно для губ и для носа. Прикольно. Я думаю, классно будет смотреться, легко растушевываться. Давайте будем его потом тестировать. Опять же, пользовались ли вы таким? Если да, то как он вам? Так, на этом марка NYX закончилась, и теперь я буду доставать то, что я приобрела сама. Вру, NYX не закончилась, но эти тени я купила сама. Я очень много про них слышала, про тени NYX 4, что они достойного качества, отличная пигментация. И сейчас я приобрела палетку, которая называется Daring Damsel. У нее здесь 4 оттенка, и она мне напоминает чем-то Tom Ford Honeymoon. Наверное, за счет того, что здесь есть 2 оттенка, которые очень схожи, а именно фиолетовый и золотистый. Очень ходовая палетка, как мне кажется, потому что 2 универсальных оттенка, которым вы можете высветлять века, промежуточный цвет, вот такой пигмент золотой и фиолетовый, которым вы будете добавлять в глубину. Я обязательно сделаю макияж этой палетки, потому что цена у нее не такая дорогая, а качество мне показалось очень достойное. Не будем делать поспешных выводов и посмотрим, что получится. Ну и впереди осталось не так много продуктов. На самом деле, почему-то я стала покупать косметики намного меньше, чем раньше, потому что как-то я успокоилась и начала выбирать косметику более детально. Например, я не захожу сейчас в магазин и не скупаю полностью все. У меня нет такого, что я хочу купить косметику, как это было раньше. Сейчас я очень подхожу выборочно, с холодной головой, и покупки даются легче, и каждая покупка мне приносит удовольствие. Каждая покупка действительно достойная, и практически никаких разочарований в косметическом мире не происходит. Последнее, что было приобретено мной, это вот такие 2 карандаша от марки Stellary. Я слышала о том, что они супер бюджетные, действительно хорошие, я решила попробовать, потому что, ну как, все знают, все пользовались, а я не пользовалась. Надо исправлять ситуацию. В общем, я приобрела их в магазине Magnit Cosmetics. Стоили они, по-моему, 123 рубля. Я купила 2 оттенка, а именно 10 и 07. И я действительно в восторге, потому что за свои деньги это, наверное, лучшие бюджетные карандаши. Vivienne Sabo все-таки уступают им очень сильно, потому что, наверное, из такого ценового сегмента есть карандаши только у этой марки. Но вот эти от Stellary я использую 2 вместе. Например, 10 наношу на контур и 7 растушевываю и заполняю весь объем. Получается легкий эффект амбре, ну а также их можно использовать по отдельности. Хорошее качество, мягкие, но видите, они у меня пока целые. Давайте посмотрим, что будет дальше. Далее будут помады, и это будет помада от марки Divash, называется она Velvet, и оттенок номер 13. Я пробовала эти помады в нескольких оттенках, и в темных, и в светлых, и знаете, вот это мне напоминает помаду от марки Vivienne Sabo, также я вам про них часто рассказывала, матовые, но в то же время с таким бархатистым финишем, вот это очень похоже, у нее комфортное нанесение, приятная текстура, ее отлично можно нанести и растушевать пальцем, и знаете, такой красивый, вкусный, сладкий цвет, который будет очень освежать. Можно наносить совсем тонким слоем и получать эффект тинта, либо прямо плотным слоем получать прям помаду, смотря что вам нужно. Но пока мне очень нравится, и цвет, мне кажется, действительно кукольный.
Но еще на обзор мне прислали косметику от марки Faberlic. Честно признаться, никогда я не пользовалась, ничего про нее не слышала, каких-то конкретных отзывов, поэтому выбрала абсолютно разные сегменты. Я взяла пару кремовых теней, вот такой золотистый и более коричневый, он мне чем-то напомнил Tint Armani в оттенке 10. Будем тестировать, пока делала только сводч на руке, на глаза не наносила, не поняла их, честно признаться. Далее я заказала вот такой вот лайнер. Мне кажется, лайнер — это очень универсальная вещь, она у меня достаточно быстро заканчивается. И кисточка мне понравилась. Кисточка правильная, тоненькая, как должна быть, с правильным срезом. Опять же, не наносила, но думаю, он будет хорошим. Далее решила попробовать их маски, потому что маски всегда нужны, я обожаю их, тем более у меня давно не было масок в формате вот таких кремов. Я заказала кислородное питание. Это питательная маска, которую нужно наносить на 10-15 минут. У нее очень было много хороших отзывов, поэтому я решила попробовать. Не знаю, какой будет эффект от нее, обязательно поделюсь с вами потом в отзывах. Также я решила попробовать ночное обертывание для шеи и декольте. Это та зона, за которой нужен отдельный уход, и я этом убедилась, потому что шея на самом деле очень нежная, у нас очень тоненькая кожа там, и я раньше никогда не наносила на шею никакой крем. Сейчас я всегда наношу питательный свой ночной крем также на шею, поэтому я решила попробовать для этой зоны какой-то отдельный продукт. Надеюсь, он будет более питательным, чем мой крем. Посмотрим, что из этого получится, но если вы что-то пробовали, то обязательно пишите мне в комментариях, мне будет очень полезно. Ну и последнее, что я заказала, это вот такой вот крем для ног, называется бальзам для стоп, гладкие пяточки. Я думаю, что крем для ног — это очень универсальная вещь, которую мы будем использовать достаточно часто. Если честно, то крема для ног у меня заканчиваются постоянно, я после душа, после тренировки всегда их наношу, с утра стараюсь также наносить, для того, чтобы эта зона тоже увлажнялась, потому что, как правило, этой зоне мы уделяем очень мало внимания. Ну что ж, вот такое видео у нас получилось, здесь было не так много новинок, но я рассказала вам о всех посылках, которые мне пришли в последнее время, и о тех косметических продуктах, что я приобрела самостоятельно. Надеюсь, что такие видео вам интересны, но обязательно сниму видео, где буду делать макияж с этими продуктами. Если вы хотите узнать что-то конкретное, именно о конкретных продуктах, дайте мне знать в комментариях, я уделю этому внимание больше в своих видео. Мне было очень приятно, что вы посмотрели это видео, спасибо вам огромное, если оно вам понравилось, ставьте лайк, не забывайте подписываться на мой канал, ну и, конечно же, на мои социальные сети. Желаю вам всем хорошего настроения, увидимся в следующих видео и пока-пока!